хочет сказать слово? Это я вспоминаю как студенческие годы. Всем тихо! Студенческие годы Петропавловна учитывал в русском музее. И у меня была главная проблема. Потому что еще если были под лестницей, но самое худшее это были экскурсии школьников из Лугерки. Потому что училка ко мне подходила и говорила доверительно: только уж, пожалуйста, не показывайте им голос. А мне предстоял зал Берлова с Помпеей. А там на левой стене раздевалась при всем честном народе Фрина, вот в этом видели, кстати, недавно в фильме. А на правой там была совершенно обнаженная Сусанна. Но я детей из Лизбурга не портил. Я моментально их приходил в зал, попадет по пиле, чтобы они тыкали с носиками в детали этой картины. А потом я их взял на противоположную сторону, где 9-й вал Айвазовского. Они посмотрят 9-й вал, где обращаются, и в следующий зал. Thank you.